сейчас хочу поздравить и выделить баскетболистов, всем участникам «Оранжевого мяча» пожелать удачи, пусть победит сильнейший. Это не просто грация, это не просто красота, это не просто физическое совершенство, это не просто воспитание волевых качеств, воспитание характера. Спорт в России – это часть нашей национальной идеи. Сегодня здесь собралось большое количество молодежи, детей, которые на 80 площадках будут смотреть, какой спорт в дальнейшем им выбрать. И это очень здорово. Уважаемые родители, уважаемые педагоги, бабушки и дедушки, я очень прошу, чтобы вы привели своих детей на площадке любого уровня, любого спорта, чтобы ваши дети занимались спортом.